Привет! С вами снова проект Дакота. И сегодня мы расскажем о том, что внутри вашего привода. Когда вы нажимаете на спусковой крючок, электромотор начинает заводить пружину. Затем происходит спуск пружины. Пружина разжимается и толкает вперед поршень, который создает в цилиндре избыточное давление. И шарик под давлением воздуха покидает стволик. Скорость вылета шарика зависит от жесткости установленной пружины. Вы можете проапгрейдить свой привод, установив в него более жесткую пружину. Но не забывайте, увеличив мощность вашего привода, вы повышаете не только дальность стрельбы, но делаете вашу игрушку более травмоопасной. Приводы с повышенным вылетом жестко регулируются правилами. Если вы играете на коротких дистанциях или заходите в здание, вы обязаны перейти на вторичное оружие. С вами был проект Дакота. Peace! Затем происходит спуск пружины. Все пистолеты. А, ее!